Привет всем! Сегодня продолжаем фармить Мунексы. Сегодня у нас 13 января, да, сегодня добавили новые ивент. Где он? Сейчас покажу. Новогодний мешок удачи в подарок. Вот. Это все обновления, которые на сегодня добавили. В принципе, я уже делал видео, что будет. Как бы вот 13 января добавили мешочки новогодние. А 20 будет аукцион. Но до 20 еще долго, так что сейчас время фармить мешочки. Надо просто зайти в игру и играть полтора часа. А, нет, да, полтора часа. Получается, за полчаса один мешочек дают, потом за час второй. И третий дают за 90 минут. Играйте полтора часа, получаете три мешочка, а там уже сами решаете. Награды, купоны, декодеры. Скорее всего, купоны падают с шансом 90%, я так думаю, а вот декодеры с шансом 0%. Ну там, скорее всего, очень маленький шанс получения декодера. Так что что тут думать, надо заходить и играть. Больше ничего не добавили, это все старое. Я так понимаю, да? Да, это просто типа... Ну тут про новогодние мешочки. А, вот тут прям написано, кстати, подробно, что падает от 10 до 100, это редко, но это синий стрёмный. Уникальный падает от 0 до 20, декодишь события от 2 до 40. У тебя же аккаунт. Привет, Нелтер. Аккаунт все тот же древний, да. Короче, ничего нового не добавили. А вот написано, смотрите, все обновления уже добавили, короче, в игру. Первый день, VIP-абонемент, чего? Новые вернувшиеся игроки получат награды. Надо было до 13-го забить на игру, потом такой возвращаешься, типа, и получаешь жизненное оружие. Прощай 2020, события ежедневные, чего? Зарабатывайте очки за прохождение миссии каждый день во время событий, получите награды. Каких еще, блядь, миссий? А, это старое, да? А, это уже было. Ну и 20-го аукцион будет, больше ничего интересного. Тяжелый зомби у меня вообще... не прокачан никак. А где смотреть-то зомби? Где? Вот это что ли? Вот он обычный. А нет, вот он у меня второй уровень, да. И легкий зомби второй уровень. Или что показывать-то надо, я не понял. Изменяет вид тяжелого зомби на вид эволюции второго уровня. Не влияет на характеристики. Предмет можно надевать или снимать в меню. Фигня, короче. Бой насмерть. Эволюция зомби. Поехали. Семь дней фармишь, потом открываешь мешки,
Потом... А, тут 19. Потом 20-го аукцион и забиваешь на игру 5 недель. Блять! Ну ладно. А, тут с ботами играют. Блин, там с донатерским оружием. Блядь, сразу же убили. А, это эволюция здесь. Бесконечная смерть. Класс, боты. Алло, бот. Блин, там очень опасный челик оружие скидывает. Сзади! Так, надо ну, чаще эту херню юзать. Надо гугниром отводить их назад, потому что это жопа. Ни хрена бубнир жесткий. Блин. Лучше этот взять, наверное. Вперед! Магнум ланчер лучше взять. Блять, куда бежать-то?
Блин, у меня нож, а где у меня... Зомби нет. Блять, эволюционировал, мне пизда. Тут жестко. Бля, ну тут невозможно было вообще выжить никак. А как он запрыгнул? Почему я не мог? Что за хрень? Блять, паутинка не помогает вообще. А чё, почему я не зацепился? Я же человек-паук. А, ну пойду паутину сейчас. Вперёд, чё встал? Иди вперед, господи, это бот что ли? Что это? Блядь. ПП, кстати, вообще не регенится. Блять, ну я одну успел убить. Не, ну паук это вообще, это имба, короче. Паучиха. Блин, я зомби. Так, окей, идем раш. Вот и двигайтесь. Бля, я сейчас умру. Кто мешает, долбоёб? Блять, ты ёбнутая сзади стоит, мешает. Тупая, блять, пизда ебаная.
Ладно. Где я? Блять, такой вес в Даунске. Блять. И, короче, выживают те, кто запрыгнули в трубу. Остальным вообще невозможно ничего сделать. А, это в другом месте, конечно. А, я двоих еще успел убить. Я бежу быстрее туда. Блять, почему эти тупые ссаные боты бегут туда, блядь? А, ну ладно, они тоже выжить, наверное, хотят. Лук очень опасный, блядь. Челик убегает. Кто там в стену бьется? Боты, что ли, застряли? Умирайте нахуй. Блять. Ну ладно. Тут взяли слизь, дебилы. Ничего, ставьте вперед. Наверное, здесь стоит, возможно. Но не факт. Может, тут иногда появляется.
Ну, что-то еще с Хантером, что-то... О, отлично. Застопить, что ли? Ладно, пошли. Все, не переживай. Так, пойду-ка пить на X12. Дай-ка пройду я. Блять, подвинься. Это бот, что ли? Там паук. Пиздец. Блять, даже накопить не дают. Я не то взял. Отдай дробовик! Блять, дробовик отдай, дура ебучая, блять. Мне сейчас все стали пользоваться зомби, которые оружие сбрасывают. Вообще бесит. Успел убежать. Там есть. Очень опасная пизда. Блять, меня сзади уже паучиха.
Не, ну в эволюции вообще невозможно здесь даже в трубе выжить. Берут паука, ой, не берут, а если выпадает паук, это все, конец. Это что такое? Телепортация была сейчас? Рановато он нажал на уязвимость. Там паук. А, нет, паук. Блядь! Лаунчер отдайте, плиз! Да блядь, у меня оружие скидывают и все. Ну это пиздец вообще, бред полный. Почему первое оружие скидывается? Это вообще честно? Нет, я в руках держал берет, и почему скинулся лаунчер-то? Алло, блядь, игра нахуй. Как, блядь, отбиваться-то от зомби теперь? Пиздец, нахуй, бред еще какой-то. Что он делает? За него челик стоит, блядь. Что он делал? Кстати, это челик был. Почему скидывается-то основное оружие? Я ничего не понимаю. Я в руках пистолет держал. Это вообще невозможно что-то сделать, блядь. Игра вообще нечестно, блядь, сделала. Еще клинки надо настроить, блин. Так, это боты, да? Нет, не боты, вроде. Ну, так, что ли, поубивает, если получится, да, вообще. Сейчас этого поймают. Ой, сейчас тебя там слева прилетит.
Его убивает. Паук! Не успели. Блядь, пятерку забыл нажать. Блядь. Слишком далеко ушел. Кстати, вообще можно не залететь, если я буду. А, ну, не возьмем. Надо этот блядский меч божественный уже как-то, я не знаю, заработать. Может, когда-нибудь его на аукцион добавят? О боже, здесь боты. Класс. Так, ладно, тут боты. А вот это уже не боты. А чё он не заражает, ты долбоёб, блядь? Блядь, что за говно это эволюционное, блядь? Вообще ёбнутый зомби, блядь, ничего не может делать. О-о-о-о! 6000, да, опять пинг? Ты шлюха тупая, блядь, пошла нахуй отсюда, блядь. Кривой, блять, я зомби опять, да ёбаный пиздец. Заебись, поиграл нахуй. На четверку жмем и пятерку. Сейчас всех сразу залез. Вообще никого не заразил. Еще сзади крысу убили, ну ёбаный пиздец. Там герой. Ой, мешок один дали. Ой, говно, блядь, не зомби, блядь. Изначально такой крутой смотрелся.
Ну, там уже все победили. Уже вторая стрит машин, блядь. Да, блядь, не мешайте. Мечтался. Ты не хочешь никого пускать. Блять. Блять, пиздец. Это вообще такое. Да кто у меня опять? Вообще чем умер? Он даже не подошел ко мне, я умер. Блять, куда идти-то? Подсади, плиз, пожалуйста. Блять. Блять! Он сам взорвался от страха, что ли? О, слава тебе, господи, бот завязал взрыв, долбоёб. О, боже. Это бот? Походу бот на той стороне, да? Да кто сзади, блядь? Ну ёбаный пидор, блядь, обоссанный ты, блядь, урод, обоссанный, блядь. Блядь, это дополнительно, блядь.
Блядь! Блядь, санный бот! Они встали вдвоем, спрыгивай нахуй! Это бот, наверное. Блядь. Сука, ебучий бот. Это сраный бот. Ах, я буду дичи сразу умирать. Блядь. Блядь. А вот в ту сторону убегать. Нормально. Один мешочек я... О, мне дали... Вы выполнили... А, это фигня, короче. О, мешок удачи первый. Все неиспользованные мешки удачи выделены время техобслуживания 27. Окей, осталось 14 дней. Получается, что? Три мешочка за 14 дней? Давайте даже... 3 умножить на 14. 42, по идее. Накопится, но хз. Что брать, у меня все есть это. А зомби герой дальше пока. Вы не можете, ну. В смысле, не могу, я чу. Водопады. Это что за карта, могу? О, я помню, играл в нее вообще имба. Тоже крысить, короче, только. Ты чё за... Ты куда идёшь за мной? Не оружие, говно. А, да я купить могу. Я тебе только возьму. Тут с бота... А, да, с бота. Ну ладно, пофиг. Вот это точно не бот.
Уходи, челик! Жесть! Справа! Ну, блядь, герой дали, когда еще уровень говно. Нахрена мне это? Блядь, куда бежать-то? А, без пирата делать. Это я не знаю. А, я зомби. Фак. Ну что, слепые не видят, что там уже зомби? А, они спрятались. Ну нифига, дверь покрашенная. Кстати, новую краску добавят на клинки. Я уже посмотрел обновление корейские, там вообще такая... Ну, такое, кстати, конечно, там новое оружие добавят. Какой-то медвежий, какие-то руки. Ну, какие-то там медведи нарисованы. И там очень много краски ледяной добавят на клинки. Ледяные клинки, короче, будут. Это вообще красивые такие. Там ледяной лук Guardian. Ну это краска просто. И еще другая краска, не только ледяная, еще другой вид там есть. Блять, боты. Чего они туда все лезут, любят, блядь. Они тоже давайте туда. Это там значит. А, это герой. Вот тут. А, тут можно. Пускать не надо. Интересно, далеко не достает меч сегодня. Кстати, если бы вот в этот меч, ну вот такие более старые оружия, там 2017 года, типа паладин, вот этот клинок, руинический, да, называется, добавили бы возможность модулей, тогда бы они конкуренцию добавили бы, ну, сопоставили более премиумовым оружием. Это бы, наверное, даже честно было, я хрен не знаю. Так, больше сейчас оружие не скидываю.
Там оружие скидывает челик. Привет. Достанешь здесь. Нахнуто в голову залетело. Что если эти спираты на плюс 9 будет, и ничего, вообще что ли жестко будет дамажить. Привет, не достанешь меня тут. Блин, там никого не было, блядь. Всех убили. Буду с пулеметом пофиг. Он, кстати, критануть сильно может, если. Да и выстрел здесь до хрена. Ой! Ну дамажит, конечно, он стойно. Блин, тут слететь можно. О, двоих убил! Жесть. Руки не работают через это, да? Бессмертный очень опасен. Потому что это бот!
Что за щит? Блин, так медленно эта анимация тупая делается, пиздец. Золотой дракон. Не, я лучше возьму этот. Хотя бы лаунча. Это зомби похоже. Азербайджан. Все мешочки фармят. Надо сидеть где-то. Сквозь эти стены не простреливает лаунча. А нет, простреливает. Лол. Кого-то убил. Блядь! Как так? Ну я одного успел. Была бы шестерка. Почему смертельный выстрел вообще не дают, блин? Один тупанул, блядь. Там с пистиком бегает герой. Слушайте, еще где-то крыса, да? В другом месте, пункта.
Там герой, блядь, вообще невозможно. А, здесь тоже можешь сидеть. А, там же можно было в дырку запрыгнуть. Чуть ли никто не додумался до этого. Блядь, куда бежать-то? А, ну пусть будет обычно. Все достает. Ты назад смотри. Чего? Меня через сквозь этот, что ли, все-таки? Пиздец там достает. Я жить хочу. Блядь, пиздец. А как он достал-то? Подожди, что за бред вообще? Это читер ебаный или админ, блядь? Здесь вообще никак не должно доставать. Почему он меня достал-то? Бред ебучий, блядь. Ну там донатили, я ничего не сделаю. Это сдохну. Или вот этого выбрать. Я бесполезно. Я не понял, как меня вообще заразили, блядь. Это бот, что ли? Второй мешок дали. Походу меня все-таки отсюда пришла зомби из-за. Не знаю.
Да, невидимая пришая всех заразила. Странно, здесь все зомби ты, блядь. Он прибежал, вот. И умер. Он перед вас поджигает. Хотя не факт. Странно, почему они не шли? Они хотели. Он там делает. Молот достает, кстати. Там зомби. Пальцы за гранатой. Поджидает вон.
А тут, кстати, нормально сидеть. Не туда не улетишь. Ползет. А нет, тут справа можно улететь. Пизда, поиграли, блядь, зависло все. Пиздец. Ёбнутая игра Nexon, блядь. Обновление добавили, лаги таки не убрали. Еще 25. Сценарий может пройти. Боже. Королита Инферно. Войны врата. Блин, не знаю, что тут ходить. Война с мультфоном, да. А, нафиг, зомби не раз не играл, короче. Чё ты игра вообще, блядь, пиздец? Чё за хуйня сегодня происходит-то опять? Ужас, полчаса подключаешься к комнате. И опять 2100%. Блядь, какая же ебанутая эта игра, блядь, пиздец. Как, блядь, играть-то?
зомби может, кстати, пробежать. А, там уметь паркурить надо. Если предметов. Эти не американцы, пипец, короче. Нормальную ферму. Чего он превратился в бред? Можем в боссов превращаться? Когда это обновление было? Ёб твою мать. Даже не знаю. Так это непроходимое кошмар. Жмите Е. Блин, не регенец, ты долбоёб. Как челик превращается в босса? Что за лол? Я сейчас ничего не понимаю. Кто активировал это зомби-дебилы? А как он превращается в зомби? В босса? Видишь,
2020. Почему у меня 2020 хп? Блядь, да ёбаный пиздец, опять какая-то хуйня. Блять, игра мне не дает нафармить последний мешок. Просто пиздец. Уйди, шлюха, блядь. Бля, ВХшник сам, блядь. Ну, нахуй заранее буду стрелять, пизду. Бичи такие бичи голые, блядь. Господи, такое говно это Савари. Просто ужас. А, смело стало. То есть для классического надо поменять оружие. Там другие тоже есть, там более топовые. Блять, еще постреливают, пиздец. Че за хуйня-то? Почему они простреливают, а у меня не засчитывает игра?
Блин, я даже достаю. Блин, какое там еще классическое оружие надо покупать? СС. А, у меня его нет. А, вот же. Тоже имба против на классике. Блин, ну конечно, там крыса стоит уже заранее. О, в другом месте импортирует. Почему так, кстати, что за бред? Кто сзади, блядь? Блин. Пидорас ебучий. Да уйди, да хули все мешают, блядь, ебучие дебилы. Бля, мог дабл сделать. Скучный режим. Блять, даже ФКшника не дали заразить. Ну тут смерть. Блять, иди в пизду. О, отлично. А, бежим. Блять, даже так не дали заклинать.
Да, блядь, шлюха, как ты меня увидел? Сейчас у них закончится все это. Бля, на смерть пришел. Я у нас ходился. Очень опасная. Блять. Ну ладно. Блин, что-то я тупанул, я дробовик вообще не использовал. Что-то клинки сначала. Не, ладно, посмотреть еще. Тубе опять сильно чуть. Ладно, 7 убийств есть, значит нормально. Можно ничего взять. Эй, что там пищишь, дура? Блядь, тут... Пиздец, нахуй. А, че я тут люто пиздец вообще? Да заражай ты его, дура, тупая, чё с руками-то, блядь? Пиздец, нахуй. Блядь, ебаные зомби боссы. Да
блядь, даже так. Если была пятерка, возможно, я бы достал. Блин, эти бугли, ну просто жесть, правда. Это невозможно вообще ничего сделать. Что за прикол такой? А все уже убегает. Да лол, никто не может догнать этого. Ты бы один идиот додумался на мосту остаться. Сейчас опять нас заразит 100%. Убил обычным выстрелом. Ой, залетело. Пиздец, ну как постоянно меня-то заражает? Я вообще не понимаю, откуда, блядь, приходят. Блядь, пиздец, всегда в таких стоишь местах, где всегда, блядь, зомби. Что за сегодня день ёбочный, блядь? Пиздец, нахуй. Герой остался.
Чуть тут спрятался за героем. Почему он себя взорвал? Ты что, идиот? Или он специально? Ой, все, мешок дали. В принципе, можно ливать. Но я так-то поиграть хочу, блин. Ага, достоял. Жесть, прям в лицо. Так, ну ладно. Убиваем. Блять! Опять, блять, в меня прилетел. Я вообще не понимаю. Постоянно, блядь, стою в начале моста, меня заражает, других никого не заражает. Стою, блядь, в конце моста, меня заражает, других никого не заражает. Блядь, чё за хуйня-то сегодня такая, блядь? Пиздец, блядь. Сейчас сзади пропаяет 100%.
стилем. Блять. Случайно оружие божественный меч выпадет. Блять, удобно. Охуенно, теперь буду. Хотя у меня солдаты. Там иногда может, кстати, выпасть. Вам привет. Ни хрена прилетел. Блин, у меня не было вообще ничего. Что-то в лаунчере очень мало патронов. 105 патронов, что за жесть. В гугнире 400, при том, что он мощнее. Че за... Типа он может... стрелять правой кнопкой, наверное, из-за этого номера. Ящик нужен срочно. 70 метров. Может, я добегу до них? Ага, добегу.
Ой, далековато же нахер, скоро очень. Нифига! Все жди до последнего. Попробую с фантомом. Очень опасно было. А, бегут! Сейчас прилетит, сейчас. Сразу стилен. Блядь. Я даже... Блядь. Ну ладно. Губную берем. Блядь, да что за сегодня день ты ебучий, блядь. Ну резина ты ебучая, блядь. Самая шлюха боссаная, блядь.
Да как так, ёб твою мать? Блять, Хантер, это все смерть. Да, бля, это невозможно. Кто мешает? Пиздец. Телепорт, конечно, тоже опасный, блядь. Блядь, тут пулы стоят, мешают. Нафиг бежим. Пора уходить. Да заебали! Клинки вообще имба, они долгие. Блять! Надо уметь прятаться. Вот это нормально было. Блин, я звонок.
Это что там дадут? Бля, купить не будет совершенно зомби стану случайно. Сразу же убили. А чё они заражают-то, блядь? Я не понимаю, это ёбнутые. А, блядь, всё. Блять, три уёбка и бичи, блять. Что ты эти скиллы-то не используешь, долбоёб? Идиот сел на угол и думает, ты его спасёшь, что ли? Наверное, ни одна чем не будет брать. Да ёб твою мать. Сраный донатер. Есть, хоть одну заразил, сука. Вот надо именно нажимать на кнопку, потому что когда зажимаешь, она не бьет почему-то. Хотя анимация та же, блядь. Еще не понимаю эту игру. А, ну все, фукашить стали.
А, стрелять. Немножко прогуляться, но мне кажется, сейчас вот выйдешь и сразу. Нафиг рисковать. Какую-то зомби ничего не могут сделать. А вот смотри. А, тут один. GG, да. Пробегали весь раунд. Ну вот и все, 3 мешка всего лишь. За сутки. И так надо фармить. 10 дней хотя бы. 30, чтобы накопить. Так, это закон. Это... Блин, кстати, надо было поиграть что-то. Ну ладно, пофиг. Кстати, я давно уже не играл. Блин, я хз, чё? А, я забываю. Блин, ладно, ставлю на исследование. Исследование забываю постоянно.
Бухумир через 4 дня попоет. Кстати, с мешочков декодер события, да, будет падать, что я... Да, декодер события 20 штук. Шанс. 20 уникальных и 10 редких. Ну, это, короче, самые стрёмные декодеры. Уникальные. Вот это красный, ну, с него можно убить этот мяч. Ну, и обычные хинки. И какой там декодер еще? И вот этот декодер синий. Вот такое. Ну, если, кстати, скул сделают 9 на плюс 6 или на плюс 5, а скорее всего сделают, потому что давно пора, то тогда, ну, их надо выбивать или как-то, я не знаю, разбивать. Ну, потому что у меня всего их один вроде бы. Я не помню, сколько у скул. И ок. Вот все скулы. Ну, самый мощный это вот этот холодное оружие, остальное все это шлак. Ну, я имею в виду на против зомби. А вот, кстати, на классике вот этот скул имба. Слушайте, знаете, что надо сделать? Так, это для зомби героя. А вот для классики вот сюда поставлю. А лук. Вот. Хотя лук не особо-то для классики, но все равно. А, скулы точить можно? А, это сценарий зомби. Это не в зомби герое, это не заточек на плюс 6. Не знаю, что за заточка странная какая-то, скул. Ладно, я все заработал. Пойду отдыхать.